Доброе утро, друзья! 1 июня 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют. В первый день лета во многих странах отмечается Международный день детей. День защиты детей. Начиная с 2013 года отмечается Всемирный день родителей. Во многих странах мира празднуется Всемирный день молока. День Северного флота ВМФ России. День военно-транспортной авиации России. Иван Долгий в народном календаре. В народе замечали, если на Ивана Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим. Знаменательное событие. 1495 год. Первое письменное упоминание о шотландском виски в казначейских отчетах Шотландии. Винокуром был монах Джон Корр. В 1933 был введен в строй Челябинский тракторный завод. 1938 вышел первый номер американского журнала Action Comics, в котором появился самый знаменитый герой комиксов – Супермен. В 1979 году – рождение нового независимого африканского государства Зимбабве, бывшая Южная Родезия. 1980 начал вещание канал новостей CNN, ставший одним из самых успешных проектов в истории мирового телевидения. Родились в этот день. 1804 год. Михаил Глинка, русский композитор, основоположник русской классической музыки. В 1926 родилась Мерлин Монро, настоящее имя Норма Джин Бейкер, американская актриса, певица и модель. 1937. Морган Фримен, американский актер кино и озвучивания, режиссер, лауреат премии «Оскар», премии «Серебряный медведь» и двух «Золотых глобусов». В 1955 году родилась Евгения Симонова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. В 1959 Надежда Кадышева, российская певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо», народная артистка России. 1965 родилась Лариса Лазутина, советская и российская лыжница, пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира. Этот день по лунному календарю. До 3 часов 28 минут по московскому времени день сильно связан с проявлением интуиции. Интуитивно можно получать всевозможные сокровенные знания. Также день сулит множество неожиданных открытий, возможны прозрения и озарения. Неожиданно может быть найден выход из трудной ситуации, которая давно не дает покоя. Но это при условии, если в этот день вы не будете слишком обеспокоены решением повседневных бытовых проблем. Еще это день избавления от иллюзий и осознания ответственности за каждый свой шаг. После 3 часов 28 минут деятельный и энергичный день, когда превосходно удаются все насущные дела. Не упускайте возможность, проживите этот день в движении, действии и приподнятом настроении. Получите заряд бодрости на долгое время вперед. В этот благоприятный период можно начинать любые дела, связанные с жизненными сферами. Работой, домом, садом, личными отношениями. Этот день благоприятен практически для всех дел. Вот такой он 1 июня 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!